Всем привет, дорогие друзья, любители видеоигры, просто зрители Ютуба. Мы начинаем прохождение Wolfenstein The Old Blood, как переводится вроде бы «Старая кровь», я так понимаю, да? И если вы искали качественное быстрое прохождение, то вы попали по адресу. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем прямо сейчас. Ну вообще, честно говоря, насчет качества не отвечают, я так. А поудобнее вам устроиться не помешает. Тут, в общем, предупреждение было о приступах каких-то там, эпилепсии, по-моему. В общем, при разных вспышек и прочее-прочее. В общем, я сделал предупреждение, и мы начинаем. Итак, уровни сложности. Ну, это низкий, средний, высокий, очень высокий. Отлично. Ну, мы будем играть вот на этом. Я шучу, конечно же. Подходите на среднем. Так, ну это да, мы там почти не начинали. Итак, нам сообщают, эта война как болезнь. Передается через кровь, пролитую войнами. Чую, надвигается буря. Кстати, скоро 9 мая, поздравляю вас. Как-то подозрительно Wolfenstein вышел тут. Все-таки, кстати, 70-летие, да. Ладно, посмотрим, пожалуй, что нам тут. Так, надеюсь, меня хорошо слышит. I hope you don't mind the weight of the world on your shoulders, Agent Blazkowicz. I've got pretty solid shoulders, Agent One. Well, we're losing the bloody war. Nobody told me. HQ's put a tight lid on it. General Deathset is manufacturing unstoppable killing machines in a secret compound. One of his lieutenants, Helga von Schabs, is keeping the folder mentioned in your mission briefing at her base of operations, Castle Wolfenstein. This folder contains the location of Deathset's compound. Could be our last chance, this. Before the Nazis wipe out all that's good in the world. America would never fold. All right, here's the checkpoint. Remember your cover. Commander Franz, Nazi bastard from the SS in Frankfurt. Frankfurt. Немецкие шпионы. Так. Here. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. You and me, Blazkowicz. What a good team. We can do this. Итак, Подерборнский мост. Да, как будто. Да. Старый мост, который нацисты превратили в крупный контрольно-пропускной пункт, укрепив новым бетонным составом, разработанным немецкими учеными. Под мостом расположена станция фуникулера. Эта дорога — единственный способ попасть в замок Вольфенштейна. Ой. Замечательно, просто шикарно. Я, конечно, не знаю, зачем я это прочитал. Но это так, чтобы не было похоже. And keep your gun holstered for as long as you can. The papers Kessler prepared for you are in the glove box. There. Так, первое обучение. Нажать буковку Е. Еле справился. Okay. Фига рожа. Let's go. Каменный. And remember, stay focused, stay quiet, and follow me, right? Right. Commandant Franz, Aus Frankfurt. Guten Morgen. Так. Так, нужно особо не высовываться. Ну, это замечательно, конечно, ребятки. Что-то последнее время играю с субтитрами только, кстати. Блин, ну тут читать, конечно. Ну тут я прощаю. Уэсли агент первый. Это в кавычках. То есть, краткая биография, как я понимаю. Здравствуйте, фашистские рожи. Ну, да, приходится...
Карта. Это намек на что-то. G. Я буду периодически открывать эти подсказки. Закрыто. КПП. Ну, немного непонятно, почему у нас нету ног. Меня это немного смущает. Ладно. Главное, чтобы меня не запалили. А чё? А мне-то можно пройти, нет? Уж давно тебе даю. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hotdog. Сейчас в морду даст по-любому. Das war ein komischer Kreis. Die spinnen die Amis Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Greta, bei Fuß. Bei Fuß, прикольно. Чуть не спалили меня. А. КПП. Чё там было? Понятно. Командант Франц, bitte, treten Sie ein. Да я уж тут, ёптая дивизия. Ну тут у нас, да. Что это у него? Это что за летающие тарелки? That was Rudy Jaeger, Helga's second in command. I hear he feeds his dogs with prisoners from the castle's dungeon. Статья. Казнь убийцы из замка Вольфенштейна. Гэри, Гэр Гитлер был в отличном настроении. Читайте, мои дорогие. Так. Морган. Интересно. Интересно. Следуйте за Уэсли. Блин, как-то все отстает здесь. Тоже можно сейчас спуститься. Piece of work. Handpicked by Death's Head himself as a key member of the SS Paranormal Division. You know, I had the misfortune of encountering her on a mission to Tanzania. Did I ever tell you about that, Blazkowicz? I was sick with Blackwater fever at the time. Possibly the worst day of my life. Not even a heavy diet of whiskey could improve my condition, if you can imagine. Anyway, this castle, Helga owns it. It's her occult research center. Now we need to take down Death's Head or the war will be lost. And Helga is vital in doing this. There's a top secret document folder in Helga's office. It should give us the location of Death's Head's compound. Once we have that, well then, we can launch an assault on his base of operations. Shoot him dead. Turn this failure of a war around and be back just in time for tea. Ясно. Ясно, ясно. Только я не очень помню, кто мы. Ну все. Приехали. Right. Off you go. I'll disable the alarm. You head for Helga's research center. We'll stay in touch via radio. Leaving the channel open. Хорошо. Это, видимо, сохранение только что было. Здесь написано платформа фуникулера. Тщательно укрепленный единственный вход в замок Вольфенштейна. Отлично. Ой, блин, сколько тут читать-то надо. Ну, в смысле, не читать, а отвлекаться. Очень много всякой информации сразу пихают.
Фига, фига, я крутой. Ладно. Подожди, а куда нам надо? Я забыл. Ладно, будем идти, как всегда. В открытые двери. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это, Гитлер? Или что это? Да. А, вот тут написано. Нет, тут не написано, что это. Хорошо. Отлично. Ну, можно было там все осмотреть, в принципе, ну ладно. Okay. Inside the elevator. Roger that. О, наконец-то. А, то есть мне типа... А как садиться? А, вот. Не, я... Я не знаю, есть ли там кто, но я... Лучше остерегусь и подожду. Подожду его здесь. Будем слушать по шагам. Итак, у нас 10 патрон. И глушитель. Вот, собственно, такой пистолет. Так, он идет. Нет? Так. Нет, не идет. Немного резко наш главный герой шагает. А, понятно. Видимо. Надо привыкнуть еще к оружию, потому что перезаряжать нечего. Сохранение. Ну, видимо, он здесь один, да? Твою, нет, не один. Так. Но этот много шума может наделать. А это пистолет. Броня плюс 5. Ну хорошо, будем привыкать к игре, как я уже говорил. Надо. Подобрал какой-то, я не знаю. Так. Какую-то шапку, какую-то викинга, я не знаю. А, подожди, мне показалось, он на меня целится. Так, ну что, будем собирать тут все. Что тут взять? А, аптечки. А, смотрите, здоровье у нас уменьшается, когда мы берем. Ну круто, запас идет. Улучшение здоровья. Зачем ты сейчас передернул затвор? Что за звуки? Сколько здоровья, куда нам что-то пихают? Периодически передергивает затвор. Мы наконец-то бегать можем. Так, чувак, подожди. Похоже, папки с документом там, где она должна быть. А, нет. Нужно связаться по рации с Кеслером, нашим постоянным агентом в городе. А, отлично. Но у нас здесь что-то нам сказали. Ну, а как пистолет? А, у нас только один пистолет, видимо, да? Хорошо. Так, ладно, давайте... Ну, давайте нажмем вот сюда. На этот... микрофончик. Pathfinder calling Lancier. Был здоровье, сохранить, короче, сожрал всё. Итак. Lancier, we can't find Lucy's present. Over. Pathfinder, I have new information regarding Lucy's present. Rendezvous with me as soon as you can. We will discuss further. Over. Roger. Pathfinder. Shit. Блин. Ну все, прячемся. Надо привыкать.
Так, а почему? Сейчас, секунду. А, подожди, кому-то там... Хорошо, все, я понял. Ставим бланк. Сейчас, секунду. Отлично. Так. А, типа лево-право, лево-право, да? Ставим ему... О, круто, что простреливается. Тин-тин-тин, собираем. А, подожди, вот еще. Чё? А мне валить отсюда надо, да? Я думаю, они респаунятся бесконечно, вот, нет? Взорвись. Ну, ставим голову, потому что... Да, вроде норм... Вроде нормально, попадаю пока. Или, может, куда мне идти-то надо? Давайте вот здесь поищем. Чё? О, тут боезапас. Это круто. Ну, смотрите, у меня здоровье... А, нет, я вроде что-то подбирал, нет? Чё? Ой-ой-ой, стоп-стоп, там граната нарисована была, я даже не видел. До свидания. А. How's that exit coming along, Wesley? Лес? Все, да? Че? Кто еще живой? Ну все, короче. And we still have a chance. Kessler knows something. Well, it's worth bloody note if we don't get out of this place. Look, I found a way out. Come here, I'll help you up. Careful. Careful. We're meeting Kessler in the village tavern. Roger that. There we are. Get up here. На, дробовик дали. Как можно быстрее. Прям какой-то этот. Как его там? Забыл, как называется. Use this exit. Картель. Ладно. Let's go, Blaskowitz. Use this exit. No turning back now, BJ. Keep moving. Куда шевелиться-то? А, ну все правильно. Я думал, куда он наверх показывает. Ничего. Опа. Ты не ударился? Ого! После такого не выжить. Фига у него там, блин, ну вы видели его размер-то, нифига. Да. Почему в катсценах кадры по-другому отображаются, кадров 30 где-то? Человеческому глазу лучше. Ну, нам не раз еще удастся с этими машинами повстречаться, я в этом уверен. Да. С этими людьми в машине. Почему он сказал «пак»? Там написали немного другое. Часть первая. Руди, Егер и Волчье логово. Глава первая. Так. Начало Far Cry первого. А, нет. God damn it, Blaskowitz. You done messed up now. Нехило ты облажался. Blaskowitz? Blaskowitz! Я знаю, что ты здесь. You awake in there? Yep, I'm here, Wesley. Good, good. I'll get us out of here somehow. You ever been to Snowdonia, Blaskowitz? Уэсли в другой камере, но состояние у него не ахти. Нужно выбраться из этой камеры и как-то попасть к нему. It's a majestic and beautifully desolate place. Rolling hills as far as the eye can see. My father used to take me from there sometimes, before the Great War. He was happy back then. He'd pack a basket full of bread and cheddar, bottle of ale for him and a soft drink for me. Even found a fossil once. Same day I broke my foot slipping on a wet stone. That was the best day of my life. I wish I'd
a chance to go back. Evening, officer. Hold him out! Something's in there. God damn it. Rats. Так, тому, кто это прочитает. Меня зовут Лотти Коль. Меня арестовали по приказу Хельги. Пожалуйста, разыщите в Ульфбурге моего отца. Его зовут Альберт Коль. Он библиотекарь. Скажите ему, Хельги следует оскверненную церковь. Прошу вас, это очень срочно. Скажите ему, что я его люблю. Отлично, отлично, господа. Так, ну... А, типа удерживать надо. Ага. Стоп, что там написали? Нажмите удержите мышь 1, затем нажмите удержите мышь 2, чтобы карабкаться по стене. Повторять процесс, пока не достигнет верха, отпустив обе кнопки, вы упадете вниз. А я отпустил сейчас. Может, потому что я... А. Стоп. Ну, это привыкнуть надо, достаточно... Я что-то не так делаю, конечно. А, все ясно. Ну, короче, тут система такая, что... Как бы в обычных, например, каких-либо... Чё? Короче, фишка тут... Намек понял. Ну, в общем, отпускать надо мышки. То есть обычно мы их нажимаем и отпускаем, а тут наоборот. Надо держать мышки, ну, клавиши мышек, и периодически отпускать. Что-то я как-то не очень удачную позицию за секунду. Так, ну я надеюсь, он не повернется. Да, мне сейчас надо идти за ним. Я надеюсь, он здесь один, да? Ну, вот смотрите, какая-то центрифуга, или как это назвать, даже не знаю. И чё теперь? О! Ага, чего добивать нужно? Ух ты. Здорово. У нас есть... Хо! А, то есть типа... Понятно. То есть ей можно еще и драться этой трубой. А, подождите. Все ясно. А. Там опускается какой-то... Какая-то энергия. Energy. Верно? Верно. Все. Идем дальше. А, подожди. Бля. А, я, видимо, еще не успел. Оружие. Немного не вовремя я, походу, это сделал. Там у него пушкан должен валяться рядом. Надеюсь, он тупой, да? Да, он тупой. Мне повезло на этот раз. Хрена пушканцы тяжеленные. Смотрите, как трудно. Он меня спалил. Или он слепой тоже. Вау, мне это нравится. Но все равно я смотрю, там... Офигеть! Ты с ними что, нельзя стреляться, что ли, или что? Хорошо. Ну ладно, буду знать теперь. Я не знал, что так сложно будет его замочить. Не, я думал, пушка-то мощная. Так, мы это знаем уже.
Унс! Все, чпыхнули. Так, ну это тоже надо ждать. Ну знаете, мне вот эти штуки не нравятся, тут долгое напряжение снимать, потому что это знак того, что мы будем в игре, мне кажется, на протяжении игры, убегать от кого-нибудь, и вот такая вот хрень может быть происходить. Ну, на пути препятствия такое. Че, не успел, что ли? Чпунься, так. Да ну нафиг, не буду рисковать. Подождем лучше. В принципе, я бы, наверное, успел. Так, куда он дальше идет? Смысл понять, натуре. Так, самое главное, чтобы там никого еще не было. Третьего там включил. Интересно, а я временно их вырубаю? Да, наверное, скорее всего, временно. Штуковина. Вот эта вот дверь, кстати говоря, она потом включается снова. Так, ну, надеюсь, ничего не пропустил. Что-то пропустил, но, в принципе. Так, хорошо. Аптечка. А, ну она ненадолго восстанавливает здоровье. Это ее собаки, смотрите-ка, да? Или что это? Ага. Та же фигня и с ними. Так, собачий корм. Ой, как он меня манит. Подождите, мне вот тут чувачок не нравится. О, его уже нет. Самое главное не облажаться. Пфф, здесь было офигенно. И там, по-моему, еще нет? Да, тут еще. Железные труселя какие-то тут. Ну, я думаю, против... Блин, самое главное, чтобы не спалили. Но я надеюсь, у них... они близорукие. Так. Блин, со всех сторон. Лайну. Не должен заметить. Вот тут должна быть какая-то тактика. Как выглядит-то? Да, у меня палят уже, да? Короче, тактика такова. Тот отворачивается, например, а этот поворачивается. Блин, их там трое, ёкарный карась. Как же быть-то? Гай крутой, да? Так, теперь ну. А где энергия для того-то? Вон на него даже забирает. Че, нет, что ли? Где-то там далеко. Ну хорошо, придется его так мочить, да? Нет? Собачий корм, если что, есть. А, в голову надо было. Понятно. Это что за хрень была? А чё он такой горячий? Типа Куда он палит? То есть для всех эта система, нет? Я могу... Нет, нет, подожди.
Здоровье. Что это было, я не понял. Не, на реально какие-то тупые, по-моему. Не, там еще он ходит. Ну, они и глухие, тупые, и слепые. Ну, в общем, давайте. То есть это что-то типа роботов, да? Так, мы должны успеть. В принципе. Да, мы успеваем. Привет, чувак. Мне придется немножечко тебя убить. Хорошо. Ну, или немножечко оглушить, как это называется. Здесь даже побольше патрончиков. Нас спалили. Так. Кого ты палишь? Там вроде никого нет. Ой, а чё это он это завис как-то? Там баллоны были. А, так это он взрывается. Смотрите, а здоровье-то вроде восстанавливается у меня, да? Это хорошо. Отлично. Надеюсь, еще раз нас не вырубят, как предыдущий. В морду дали. Я же говорю, мы повстречаемся с этими чуваками. А, дверь отключаем. Да, ну, ждем. Поссать еще можно. А, все. Блин, ну жалко, пушку выкинуть. И она закрывается тут же. Ну, это специально придумано. Так, тут закрыто. Ну-ка. Ого. Вот там, ну чё. Так. А. Дверь это закрыта. А чё нам здоровье-то убирается? Минус первый этаж, что ли, решит так? Сок. Да, почитаешь титры, удивишься. Так, Хельга, они так говорят Хельга, как будто бы... Хей! Ихтен, Шайзен. Стоп, а я... Туда, что ли, пришел? Ну, наверх, да? Ну а как тут двигаться-то надо? Мне что-то говорили. А, да, что-то. Ладно. Ой, на букву F нажимать, а я 1-2 нажимал. Ну, F тоже работает. И куда идти? Какие-то дроны, боты летают. А, это типа не надо. Тут золото. Но пока нам вот эти все штуки, они не нужны. Вот почитаем, кстати. Коллекционное золото. Да, ну так, так вот тут, на, как на помойке слитки золота лежат. Нормально, чё? Не впервой. Так. Ого. Увидел, что ли? Да, у них и память короткая. Может, три, чтобы ломать ящики. Да я еще до ящиков-то не дошел. Блин, они друг друга сейчас сменяют, капец. Но у меня должен быть шанс прыгнуть туда. Так, ну, пока что... По сути, не должен быть. Пожалуйста, только не сюда, пожалуйста. А, стоп. А для кого этот рычаг-то работает? Для того, да? Да ему вообще по барабану, походу. Походу, у них такие перебои тут часто случаются. Да вообще пофиг. Я теперь помню, как с ними надо махаться. Так, а тут мне сказали ящики ломать. О, блин, надо было сразу сломать. Ну ладно, пофиг. Но они не нужны пока.
Фига его тут разворотило. Так. Да, они... Ничего, что тут шумлю-то, вы не против? Так, хорошо, давай. Так. Всё. Так, отлично. Ну, нам нужно, кстати, обратиться к карте. Нам надо вот сюда. Блин, мы только... Ну да, чуть больше половины прошли где-то. Ага, тут даже подкатываться можно. Так. Так. А, ну, надо нажать Е, но я хочу... Да, сейчас надо. А, типа... самопередвигающаяся тележка. Так, ну здесь написано Zurzentrail V2. Я не знаю, правильно ли я прочитал. Хорошо. Давайте подождем. Пришел. Блин, нахрена я ее вообще двигал? Опачки. Давайте еще подвигаем, мне понравилось. Он где-то тут рядом. Ну, на всякий случай. Укрытие лишним не бывает, да? Сейчас я встану, а он там смотрит на меня. Все, да? Или нет? Итак. Фонарика нет у нас. Ну, не знаю, будем ли. Достаточно быстро наш персонаж бегает, мне кажется. Так, нам туда... А вот там интересно, что нам туда нельзя. Интересно, он что-нибудь сможет нам сделать через эту решетку? Отлично, до свидания. А, все. Идем дальше. Красавчик, здорово. Отдыхаешь? Давай я тебя починю. Кенция лишним тоже не бывает. Так, ну у нас здесь какая-то штучка. Наверное, я что-то включил. Наверное, ток. Не влазит. Это не разбивается. Ты вообще нажал? Ты дотронулся? Да, я, видимо, включил подачу мышц энергии. Так, кто ходит? Ага. Ну, я надеюсь, мы на нижний этаж ниже поедем. Ну, да, надеюсь, да? Скажите вы. Их тут двое. А, ну вот, все. Там что-то лежало. Здоровье там лежало, но оно пока что нам особо не нужно. Блин, ну конечно, двигаемся мы очень медленно с этим пулеметом. Так. Здесь еще один, по-моему, стоял. Ну все, здесь надо выходить. Так. Думаем, что... Куда нам, кстати говоря, надо? Нам нужно направо, все верно. Блях, там спалил, что ли, меня. Ну, если с двух сторон они будут палить, мне хана, это естественно. Да, подождем чуть-чуть. Потому что один, он так сильно долбит, а тут двое их. И то один.
Блин, я что-то не... Ладно, пошли назад. Что-то неохота. Там хотя бы тупик сзади, прикрытие какое-то есть. А здесь... Ни хрен... Так-так-так, в стороны ходим. Типа лифт выключить. Ладно, перчик. Хоть, блин, вообще, смотрите, он даже... Умри, скотина. 35 патронов. Да, у меня патрон нет. Так. Похавать. Чё он пушку не взял? Да умри ты, ёкарный карась. Есть. Благо здоровье восстанавливается. Как такой хлипкий замок не разрушается? Так. Собираем дерьмо. Отлично. Ну, это не дерьмо, но... По дерьму ходим и собираем... А, в блях, ты тут дальше, что ли, пройти можно? Ну, я не понял. Что это панул? Может быть. Ну, хотя вот там вроде завалено, да? Эх, не знаю, не знаю. Все, выкидываем. И ждем. Действуем и ждем. Так, тут не забраться. Да, быстрей. Быстрее сейчас включится электричество, нет? Да, включился. Ой, это тот чувак, по-моему. Все, наверх. Ну, это наше уникальное оружие, скажем так. Ой. Да? Наше уникальное оружие, с которым мы будем постоянно ходить. Как в некоторых играх есть уникальное оружие. Какой-нибудь там арбалет, там еще что-нибудь. Суперклин. Собаки, у меня пушек нет. Как она меня не увидела? И тут, смотри, тут даже пройти как туда можно. Чё они делают? А, долбить надо. Понятно, я думал... Увидели засранцы. А вообще, смотрите-ка, они... У них... Они, по-моему, не видят ни хрена, да? Я что-то так посмотрел. У них глаза закрыты. Вообще какие-то они слепые. Ладно. Так, кстати, заметили, я без указателей тут ориентируюсь. В принципе, ориентироваться-то и нечего. Ходы тупые. Тупо ходы и все. Че, никак? Ну ладно. Полезли здесь. Так. Лезем, лезем, лезем. Стоп, а вот... А, давайте туда сначала пройдем, посмотрим, что там. Хотя, слушайте, там, по-моему, тот же фото, что и здесь, мне кажется. Там просто собака сидит. И человек дохлый, по-моему. Привет. Как настроение? Вижу, что нормально. Да, тут какая-то записка. Записка от государственного ветеринара. Гер, я понимаю ваше беспокойство и здоровье, но уверяю вас, что операция не потребуется. Как интересно. Броня. И вниз. Или куда? Да, вниз. Куда же еще-то вверх? Блин, а как... Что-то я не помню, по лестнице спускаться. Проход. Туда... А, туда тоже можно пройти. Мне кажется, нам сюда, да? Чтобы разрушать непрочные стены. Ага, ну вот, прочная стена. Отлично, блин, ну ты стена, ну и ну. Так.
все шикарно пока что. Так, куда? Вот сюда. Крыса. Здесь не пройти, вот здесь надо пройти. Это мутант какой-то прям. Блин, там чувак идет сюда, по-моему, да? А ладно, так. Я думаю, лучше вариантом мимо них пройти, нет? А, наверху ходит. Так, ну я так понимаю, нам прямо, да? Вообще указатель, смотрите, сзади, да? Вы хотите сказать, я куда-то не туда пошел? Или все верно? До свидания. Ну, надеюсь, все верно. Там еще какой-то проход я видел, кстати говоря. Ну, когда сюда добирался. Лях, ты, смотрите, а тут, походу, и нет дороги-то. Ну, все, надо назад перейти. Так вот, куда назад? Ну, точно назад туда или вон туда куда-нибудь? А вот хрен знает. Понятия не имею, честно. У меня почему-то такое чувство, что сюда куда-то надо идти. Здесь закрыто. Здесь у нас не увидит. Добрых снов. Блин, точно. Походу я куда-то не туда зашел вообще. Здесь кроме трофеев, наверное, ни хрена нет. Ну ладно, придется назад идти. Может, здесь дорожка? Да, вон там, смотрите, куда дорога ведет. Отлично, Джей. Или Джей. Во. Прям к здоровяку к этому сейчас, наверное. Или нет? Да. Он отключится, как вы думаете? Давайте попробуем. Привет. Какой-то хлипкий, по-моему, даже нет. Нет! Фу, я же испугался, думал, по текстуре застрял. Почему красным загорелось? Давай бегом, ты же Геракл. Все, идем дальше. Или куда надо-то? А, вот. Как всегда. Замечательно. Паутина здесь. И тишина. Мы все ходим по этим катакомбам. Если это так можно назвать. По вентиляциям долбанным. Но... И никуда не выходим. Здесь тараканы. И ничего так. Ничего такого. Здесь написано, статья Вульфбурге найден средневековый меч. Так, археолог. Tell me about the secret. What does Helga know? Oh, my children. Bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wieder sehe. Gemaschiek! Mein kleiner süßer Junge. Oh. Sorry, old man. You mistake me for someone else. Ist doch hier rot, Junge, конечно. Eine Sekunde lang. Ну, я так понял. О, там что-то почитать про него можно было, да? А, психически больной. Так. Нажмите левый shift C на мигу, чтобы сделать подкат. Молодец. Wesley, I tell you about Aunt Sarah, diagnosed with dementia during college. Medication made her drowsy. Достаточно энергично нас просмотрели. Что?
Что у вас там в роду? Что-то мне не нравится, это огромное открытое пространство. А, мы читали уже вроде. Чё за бред вообще? Он меня убил бы, но это невозможно. Хрень какая-то. Чё такое? Записки Хельги об опросе пациента. Меня чрезвычайно занимает Йонас Хартман. Это этот, что ли? Нет. Болтовня этого пациента нечто больше, чем проявление обычного психоза. Он описывает, повторяющие видения, связанные с городом Вульфбургом. Ну, короче, психи в каждой игре есть, по-любому. Так, секунду. Опа, блин, ну ты прям как... ну, в общем, умеешь тоже играться оружием. Прикольно, кстати, прикольно. Только самим бы еще. Прикольно. Блин. Это чё за хрень там ходит? Этот... Jesus Christ, that's a big fucking dog. Капец. Ну, блин, и псина. Обделаться можно. Блях, муха! Что за музыка? Такая напряженная ситуация. Ха-ха-ха. Фу, а я куда-то направо пошел сначала. Хорошо. Еще офицера. А он там какой-то стоит, да? Вот этот. Меня вот тот чувак смущает. Оп, отлично, наехал. Так. Он вроде бы не услышал. Тоже так же троечку нажимать, да? Так. Блин! Ну ёптить! Спалили, гады. Если я сдохну, ничего страшного. Потому что у меня даже пушки нет никакой. Так. Всё, нет патронов. Подожди. Да, меня убили. Ладно. Что-то я не сообразил. Циферки надо было уже. Слушайте, ну это к лучшему, я думаю. Сейчас мы заново офицера попробуем замесить. Тихо только. Потому что я испугался то, что он меня может услышать тоже, если я спрыгну. Блях. Это не офицер. Как он вызвал тревогу, не понимаю. Там еще кто-то был. Так, патрон мало. Патрон дофига теперь. Так. Пускает шип. Серёжка. Так. Ну где он? Так он зажимной, что ли? Не, он не зажимной, просто скорострельный.
Так, ну нам глушитель пока нужен. Не хочу спалиться. Это наша маленькая стелс-операция. Ну, первый предупредительный. Здесь наоборот, конечно, что-то так. Шуточка была. Опа. Это что, еще топор я подобрал? Блях, ну смотри, там какой-то псина бегает. Ой, твою дивизию, хотел прицелиться. Ну ладно, нам пока нужен один пистолет, так что... Так, три... Так, цифра 3, пистолет 4. F. Видимо, предыдущее оружие и прочее. А, ну двойная. Это, в общем, на F это модификация своего оружия. Ладно, берем пистолет. Так, тут по максимуму. И я надеюсь, собака... Бляха, я надеюсь, она нас... О, круто. Надеюсь, она нас не обнаружит. Она вообще куда идти-то? Она вообще, я надеюсь, она слепая. Или нет? А, да, в голову всегда ваншотит. То есть убивает с первого выстрела. Но это круто. Круто-круто. Может быть, это как-то легко, но... С такой стороны... Но мне еще смущает то, что если промахнуться, они не оборачиваются. Ладно. Патрон дофига. Легко. Это был ближний бой. Я так и не понял, куда нам идти-то. Вот сюда, да? А если... Вот тут охрана ходит. Может, им по барабану вообще? Самое главное не бомбануть вот этот вот. Падла. Все, валим. Не понял. А, все, понял. А. Что-то хотел сказать, но они не оборачиваются. Стоп, а... А где вот этот вот баллон не бомбануть? Вот там, что ли? А этому вообще пофиг, да? Но у них эти штуки со временем перестают гореть, так что... Если вы в них попали, если она горит, это не значит, что вы их не убили. В общем, нам нужно наверх. Пунст. И все. Так, все. О, ну все, сигналка. Пошли в жопу. Мне сказано пара клопки, значит... Вау! Так. Все не очень круто, мягко говоря. Еда, еда, где еда? Грена, 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 слышал. Так, стоп. Как там надо? F. Во. Ну, короче, тут так и так надо было тревогу поднимать. О, благо он, смотрите, перезаряжает только одну из... Блин, что ж такое? Перезаряжает только одну из пушек, если вы заметили, да, то есть, который разрядился. Не обе сразу, если, например, я из одной стрелял, то он обе перезаряжает, а именно одну, так от... Офигеть! У меня здоровье восстанавливается, да? Не, ну смотрите-ка, рандомит в голову, хорошо. Идет, да? А. Ладно. Очень даже.
там себе что-то подорвал. Да, но я уже привыкаю к игре. Шикарно, шикарно. До свидания, господин. Вот, блин, бомбануло вот эта штука. Так, ну все, я чувствую, нам надо валить отсюда, да? Да. Так, все, идем. Шпык. И все, и приехали. Отлично, сохранение. А, мы, то есть, садимся за пулемет. И пань. Подожди. Стоп. Ага. Тут бесконечность. А если ручной сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что такое? Смотрите, он даже, по-моему, не перегревается. Беспилотник. Это прототип беспилотного боевого летающего аппарата. Ну, короче, читайте, тут у нас новейшие немецкие разработки, самая новейшая технология в 40 каком-то году. Самое главное, чтобы здоровье восстанавливалось. Но это уже слишком дастиш-фантастиш. Бесконечность патрона, не перегревается такая штучка, но она только оранжевой становится. И, не знаю, может, перегревается, ну вот. И плюс еще здоровье восстанавливается. Кстати, я читал в интернете комментарии, там не очень отозвались о этой игре. Не знаю, насчет графики, что ли. Хотя бы не такие бешеные системные требования. А насчет графики я не знаю, что в ней не так. Вообще, многие люди говорят, графика говно, значит игра говно, да? Ну, это так, сарказм такой, да? Еще плюс есть. И те же люди, которые не любят это выражение, они утверждают, что что графика фигня, и вообще игра, значит, типа фигня. 90-х годов графика, что-то такое-то не слышал. Насчет, конечно, сюжета, не знаю. Ну, еще я хотел вообще, почему я все говорю, что давно не было нормальных таких, не выходило давно в свет игр, вот за последние, мне кажется, сколько, полгода или даже больше, вот именно новых каких-то потрясающих сюжетов, то есть типа того. Так, мы приехали. А именно, например, когда вышел там тот же Dishonored, да, или там... Сейчас посмотрим. 5.30 FPS, что за бред? Так вот. Помню, еще была хорошая типа игра, они это звали, это Deus Ex Human, по-моему, Evolution. Да, там, то есть, Кейт, там всякие такие необычные игры.